Я реально не понимаю. Вот есть мужик, вот он вроде во всем идеален. Он тебе верен, он дома тебе помогает, он, блядь, работает. Он, блядь, тебя во всем поддержит, ну вот прям идеал. Но почему таких мужиков бабы нахуй отправляют? И говорят, ты тряпка. В моем окружении есть такие пары, которые, ну, реально такого охуенного, извините меня, мужика, бабы дуры. Это и 30, там, и 35 лет уходили к тюремщикам. Вот реально, кто из тюрьмы освободился, вауши наплел, типа, нам вообще на всю похуй, да. И они к ней, типа, на отъебись, а она за ним как на это, как это бежит. Говорит, вы что, нормальные вообще, нет? И тот, главное, все, нормальный-то мужик. Ноет, блядь, страдают все. Я просто, ну, понять могу. Как вот вообще люди себе пару выбирают, реально? Вот вроде есть он у тебя, вот он тебя во всем устраивает, он нормальный.